Доброго утра! В общем, у нас, наверное, уже 9 час, начало 9. Начинается наш день, как всегда, с заправления диванов и кроватей. Вот, и сейчас здесь в детской буду заправлять диван. Тут Гришкины сокровища. Гришина коробочка, это из Икеи. Они вот здесь вот все подписаны. Гришина, Антошина, Афонина. Вот выпускной в детском саду. Ленточки были, конечно, супер красивые, прям очень. И сейчас уже Антохе будем выпускную готовить. Так, что тут еще? Поделки, фотографии. Тут какая-то поделка. Так, картинки я тоже все сюда складываю. Альбом с детского сада выпускной. Все рисунки с детского сада в папке вот так отдали. В общем, тут супер коробочка сокровищ. Орхидейка продолжает цвести, несмотря ни на что. Еще даже не все бутончики раскрылись. Я все сделала. Посуду перемыла, еще даже посудомойку загрузила. В общем, все, что не влезло, сама помыла руками. Сейчас буду готовить обед. У нас вот сколько? Вот 9:35. И у нас будет сегодня плов, как всегда, в мультиварке будет. Вот мой пловик готовится, обжариваю ребрышки. Придется отдельно сделать такую поджарку из лука, морковки, болгарский перец. Главное не забыть, вот, потому что ребрышки, конечно, тут все не помещаются. Но сейчас, наверное, уже буду добавлять морковку и лучок. Вот, и все сложу в мультиварку. Два раза, наверное, поставлю, чтобы и мясо покипело раз на 25 минут. И потом рис добавлю тоже на 25 минут. Вот сейчас это вся смесь, адская смесь. В общем, уже вкусно пахнет. Поджарила ребрышки. Не забыла добавить болгарский перец. Все, как вы меня учили. Морковка, лук, чеснок. Чуть даже больше 2 стаканов риса пропаренного. Просто на развес купленного у дяди Лёни. Не знаю, сколько раз уже варим плов на нем. Он очень нравится всем и детям тоже. Вот, так что получилось здесь 2,5 мультистакана риса и 5 стаканов воды. И посолила все немножко опять специи на развес у нас до сих пор. Они не портятся. С яйском мы покупали, вот знаете, которые вот у бабушек, специи для плова. И сейчас все это в мультиварку раз на 25 минут. И потом еще раз. В общем, 50 минут в мультиварке. И будем вкусно кушать. Да? Сына помогает маме. Так, вот пряники напекла, фиксики будут на торт 2 годика мальчику, и 3 восьмерочки к этим же фиксикам, а это 2 сделала сама, хочу на них сделать витраж. В общем, сегодня нужно обязательно ночью поработать, обязательно. Пловик уже готов, супер плов, вообще обожаю плов в мультиварке, может быть, кто-то считает, что это не плов, но, знаете, на костре в казане не всегда получится, но вот классный рис получается, вот он прям такой рассыпчатый. Ну, в общем, я радуюсь, когда у нас такой плов. Гриша доедает гороховый суп, грею ему, ну, в микроволновке все равно грею, поставила чай и буду сейчас тоже с ним обедать. Это все у нас, погода супер-пупер, хотя был мороз, сейчас вот +1 показывает, но был мороз, прям такой морозик был ночью. Сейчас уже будем кушать с Григорием. Так, я сейчас себе буду накладывать. Григорий же обедает, я сейчас себе буду накладывать в свою любимую тарелку плов. Обожаю эту тарелку, она какая-то и не глубокая, и не низкая, знаете, вот такая вот кругленькая. Это родня нам придарила. Я люблю такую с бабочкой, и Афонька тоже говорит мне в тарелку с бабочкой. Так что сейчас буду кушать мясо и рис. Блин, вот как остановиться с
все достаточно. Так, я буду плов, хотела себе помидорки достать, но там остались только большие банки, я их, честно, сама не осилю, так что решила томатиком ограничиться. Сейчас еще Гришке хлеба. Гришка в школу. Все, Зай, все взял? Сменку взял? Все. Почему ты не успел? Зай, ну время же уже видел. Так, я сейчас буду делать букет. Вот такая вот будет лол. 230 рублей у нас в магазине стоит такая штука. Чупа-чупсов 25 штук. И вот такая вот будет оберточная бумага. И муж одна штука. И скотч одна штука. Вот такой вот букет получился. Ой, чуть скотч не упал. Мне нравится на самом деле. Для первого раза, по-моему, неплохо. Вика на собрании многодетных мам. Самые многодетные из многодетных, которым больше всех надо. Да, нам надо. План застройки. Ну, мы где-то сюда едем. Получается. Ну вот, смотри, мы, получается, отсюда ж едем, да? Вот сюда, вот наша улица. Ну, и сюда куда-то. Ну, здесь прям таких улиц. А вот ну, как-то да, вот здесь вот. Ну и получается, дедушкина где-то вот тут. Вот. Ну, ты на этот пятачок выходишь, ну да. А тут ничего не будет, да? Вот тут вот. А тут вот дома. Это что, детский сад, школа? Вот тут все участки. 700, 700, 700, а где по 10? Ну вот, вот 10, 10. Мы вас не забываем, а вы нас не забываем. По 9. Нету по 14. Где 14? 11, по 10, вот. Ну 11, да, соток? Вот больше. Ну вот, угловой еще. Ну мне бы тогда бы на углу бы, знаешь, чтобы недалеко бегать до дома. Или на этом, да, углу? Ну здесь по 8. Угу. Вот так. Ну да. Аккуратней тут полным ходом подготовка к дню рождения. Что самое главное на детском дне рождения? Сало или пицца? Пицца готова. Сколько там пицц? Мы уже одну даже с Серегой съели. Так, а что ты хочешь убрать? Оливье, наверное, перемастить. Так, сделала я еще печеночный торт из всех оставшихся продуктов, сделала этот салат. Ура! Это мне кусок сыра. А мне кусочек сыра достаньте, мама, из пакета. А можно весь сыр и колбасу мы сейчас все нарезаем? Малахов, Серега. У нас пиццерия! Ура! Целая пиццерия, короче. За 2 часа 9 пицц, да? 10, а тут же 7. А, 10 пицц, точно. Ура! Ура! Родневские наши. Маргарита Степановна, с днем рождения! А что мы будем? Барби, да подожди, раздевайся, надо же тебя поцеловать, за ушки подергать. Купила, сейчас что покажу? Все, подарю. Ты подаришь. Ты. Давай. Не говори. А, там что там, подарили уже подарок? Да. Днем рождения, моя гроза. Я вас люблю. Зоя, хочет еще одну. Где? Давай, я хотел Афоне помогать обувать. Афоня сам все умеет. Нет, попросил подержать. Привет. Тут шарики. Ура! Смотрите, какая красивая Барби. Вот тебе и сразу букет подари слово, или когда придем с чердака. Я вот это моя мама. Я посмотрела, закрыла. Ты послушная? Да. Посмотрела, закрыла и не лезет, да? Не раздеваю ее и не читаю. Она самая моя любимая куколка будет. Мама, скажи, если потеряю, больше не будем дарить куклы. Ну, да. И лоси потеряю, не будем тоже дарить. Где твоя талоу? Какая? И с белыми волосами. Рюкзаке.
Пипец, сейчас поедем через дорогу с родней. Все, складываем, да? Все, складываем, давай, складываем. Потом откроем. Все, идите играть, идите. Это родня. А потом вспомнила, что ты не родня. Что за розочка у нас сегодня? Вот это я. Да, это ты. Я узнала. У всех, кроме Маргариты. Одноразово. Да, тебе нравится? Да. Я чувствую себя не в паркурщике. Да. Посидела хорошо, да? Молодец. Афоня первый с шариками идет со Степой домой. Да. Пока, я сейчас приду. Да. Она моя сестра еще. Как ее? А, вот. Кто, Лол? Тут же вот заклеено, давай. Помоги. Ну вот, отсюда можно начинать. Вот, отсюда начинать. Смотрите, что мне здесь Алёна подарила. Ух ты, это русалка. Кукол, я да? Помогу, дать. Стой, тут какие... А что же это такое? Это шарик лов! У меня золотой! Да. Что же это за шарик лов такой? Это мне спасибо с мамой. Вот так кушаем. Спасибо! А это папа. Дубль два, да? Я не знаю, я дубль один не видела. Ты не снимала дубль один, я пропустила, да? Угу. Ну ты хоть снимала? Нет. Кто-то снимал. Даха, ты снимала? Я снимала. Скинь родне. Она вставит во влог. Да, Маргарита! Особенно то, что бандюэлевские огурчики на заднем плане. Вот задувать. Я не вижу. Подожди, ну подождите, подождите. Ты загадала желание, Маргарита? Как на Маргаритины именины и светлый каравай. Вот такой вышины, вот такой ширины. Каравай, каравай, кого хочешь выбирай. Днём рождения, днём рождения, днём рождения. Ура! Покажи, Маргарита, дядя Сережа, тюльпанчики какие, да? Уже 8 марта. Помыть, я же так же и не помыл. Зонтик дядя Сережа подарил. А что еще? Нет, там часики. А, это часики, да. Открываешь, а там часики. Ну подожди, порвете. Круто. Там часики открываешь, а там часики. Да, придумал, да? Григорию уже дали сертификат за 9 Q за синюю полоску. Так, и кто сегодня молодец, после дня рождения делает пряники, так это я. Такой вот с вышивкой мне очень нравится. Вот, и вот еще будут фиксики. В общем, ну на сегодня я все закончила. Буду вот эти вот завтра уже декорировать витражами.
На вот этом вот еще будут цветы. В общем, будет красота.